Друзья, всем привет! После того, как вы завершите такой очень, на мой взгляд, замечательный квест «Путь охотника-охранка», это в скобочках, естественно, вам предстоит выполнить квест «Резерв». На карте, соответственно, одноименный резерв. Вам нужно найти склад продовольствия. Чтобы найти склад продовольствия, вы можете посмотреть на карте, обозначенной буковкой «D». Это так званый нижний этаж, можно так сказать, практически подвальное помещение. В общем, много есть вариантов, как туда добраться. Можно добраться через сторожевую двухэтажную башню, можно забраться через вход такой неприметный. Но на этом видео вы видите, что я заходил именно через большие ворота с надписью D. В общем, ничего сверхъестественного выполнять вам не нужно. Просто доходите где-то до середины, и квест завершается. Довольно такой непримечательный. Но в то же время необходимый квест. Если вам помог данный видеоролик, поставьте лайк. Можете, кстати, посмотреть другие мои ролики по Таркову. Буду очень вам признателен. Вот на этом у меня все. Всем до скорой встречи и пока.